Вы это видите? Да. Не натер ничего. Кто-то его слышит? Не, он вылетел, Нет. а искра. Суровая Рома. Ты по ним пострелял. Я говорю, ты их разозлил, сейчас они вот, да. Нам осталось чуть-чуть, мы в слепую зону. Еще километр по пустыне ненормально, и все. Ой, давай, да, смотри, я... там уже расстояние, ты можешь до техники нас носить. Ты напрямую пошел, Джексон? Да, почти. Вы бы, блядь, оружие убрали на самом-то деле за спину, но вам не поможет. А бежать надо будет, вот можно. Руки так как бежать, когда у тебя эти самые три ракеты за спиной? Когда начнут бежать, там, по-моему, весь меню даже можно скинуть быстро. Все, скидывай руки за голову и все, блин. Ставь на нас сюда, Джексон. Слушай, Дукалис, ты можешь куда-нибудь отползти и подавить, блядь, пока я его оттащу? Кого, Горгону? Да. Удачи. Так, бля, ладно, сейчас оттащу его или хотя бы подползу и перевяжу. Его трупе спрячу. Вы где остановились примерно? Ну вот, по метке. А, около а он дома, даже да? Не коцанный. Он инфаркт свою. Горгона уехала, а наблюдает до сих пор на сопке. Так, а он сейчас в себя придет, и мне его нужно скинуть. Он же говорить не сможет, пока на мне будет. Занимайте пока тут позицию. На сопке трое смотрят на вас. Дукалис, ты уже того ушел? Да. Ну ща я Феда в ближайшее здание закину, может он придет когда-то в себя. А, у нас медик есть, а? Медик с нами ушел вроде. Блять. Ты ему морфином колей и все просто. И кинь где. Там разве не адреналин нужен? Да, чтобы боль заглушить, если у него есть. Блять, уходи отсюда! О, нам пизда, привет, да. Я правильно, что не дошел, я постою, подожду, пока вас гадбит. Еще миномет он работает? Или танк? Танк, скорее всего. Вы живы? Да, видимо, нихуя они не живы. А, домик сложился, там нет живых. Так, РПГшник у нас жив, или... Да нихуя, тоже он не жив, Феда притащил в здание. О, все, он проснулся. Попробуй сползать, РПГ снять. Давай я поползу. Ладно. Кидаю ранец здесь. Оставлю минимум боезапаса. Да вот прямо у вас, минимум боезапаса оставлю. Из дома. Как минимум из дома увидите за бетонку. Сюда, за бетонку. Кто там валяется посреди двора? Танк. Осколками не порешали. Не бежишь и ползешь. Откуда он работал примерно? А он что там, мне кажется, что... Сейчас скажу. На 80. А мне с 40 пролетело вроде как. Ну да, тоже что-то такое, это хер его знает. Может он промазал, может он на хату стрелял.
Вообще нифига не вижу. Не, ну то, что он промазал, это точно. Прицел забрал, да? Да. Давайте свернем налево сейчас, скоротаем. А как же левитация? С полутора километра. Два в нашу сторону смотрят. Вижу. 80 азимут. Далеко? Не открывайте огонь пока. 80 примерно азимут. Возле вон, на холме. Укрепление. Угу. Вся шутка в том, что тигр за этим холмом. Нам подойти к нему надо. Обойти можно. Да, мы его разве сможем обойти? Ты посмотри, вокруг одни равнины. А, на 350. Давайте быстрее в слепую зону от них уйдем, подойдем поближе молча. Слепая зона по озеру? Ну вот, видишь, прямо перед нами сейчас на 80 зеленка. Сейчас спустимся вниз, и уже они на свет не будут нормально. Я понизу пойду. Выжил, а мы с тобой вдвоем погибли, что очень странно.